муж купил мне каску, и я ходила в ней, исключительно в ней. Руководство выделяет нам средства защиты на отделение 1-2 упаковки, 1-2 комплекта. Во всей России все рушится. Мы это видим. Кто отъедет, куда и как. Да еще и Кондрово то же самое, и рядом то же самое. Да, вот? И тут вдруг появляется очень современный завод, вот, да, тех, кто к вам приезжает и смотрит, поражены правильностью всего построения здесь. И зона отдыха, и зона гигиены, и зона, ну, всех бытовых услуг. Вот, ну, что тут говорить? Все же правильно сделано. Не стыдно миру показать всему, да, такой завод. Вот. И человек, который это делал, ну, он же не бросил и не ушел. Вот. Он горит и болеет, мы это видим. И как можно говорить, что у нас есть какая-то власть в России? Как можно говорить, что кто-то есть совестный среди них? Здесь же областная дума должна не выходить здесь до тех пор, пока все не получится. Все же депутаты, мать их, вот, значит, вот куда-то, да? Вот, значит, вот. Они же депутаты, они же считают, что они народные депутаты. Здесь губернатор должен тоже, пока завод не запустится, не уходить отсюда. Если мы считаем, что это надо. Завод сделан, а мы преследуем человека, который вот его сделал. Мы его не пустим, мы его не то, не это. Неправильно. А таких надо. В каждом Кондрово хоть по одному бы было в России, что-то бы и было. Тысячи надо тех, кто должен создавать и делать. Мы обязаны это делать. Мы обязаны не допустить, чтобы нас так выкинули на улицу. Когда мы запустились, у нас был прекрасный запуск. Все приехали к нам, все нас хвалили. Давайте работать. Мы начали работать, а продавать нам не дают. Ну зачем я им нужен? Понимаешь, я же им не нужен. Им нужны деньги с этого подгузника. В карман 4 рубля. И то я предлагал. А потом один заходит, Гриша Лекарев, замминистра бывший, и говорит: а если мы ему дадим, значит все придут. А тогда зачем мы будем нужны? Нормально, да? А тут я уже понял, что надо. Вот. Поэтому. Вот мы делали для ФСС такие вот подгузники. Ну, они не нуждаются вот этой упаковке. Вот. Поляки вообще в черт знает чем привозят. Мы сделали нормально. Ну и что дальше? Все это было забито. Потом мы стали отгружать. А нам стали деньги не платить, господин Кошелев. Вот, все дело. Он сказал, что я вас убью. Он полностью под поляками сидит, полностью. А говорили, что у нас сырье пользуется. Склады битком были у нас. Пользуются. Ну, пройдемте, вон, посмотрите, вот склад, вот он весь был битком. Вот. У нас продукции здесь вот ставили в цеху, чтобы просто, ну, как-то... Собственник один уходит, приходит арендатор. В частности, вот на Большой КБК, где работало большинство жителей города, долгое время стоял, потом вот пришли, как, грубо говоря, армяне. Арендовали цех и нанимают теперь наших жителей, естественно. Гофротару. Идти людям некуда, идут и работают, гофротару делают. А большинство цехов стоит. А без армян не могли мы ничего делать? Ну, снимают, да, видимо. Туалеты, душевые какие? Каких условий работы нигде найти? В санаториях, в районе точно нет нигде. Да, да. Санаторий. Даже в Калуге сомневаюсь. Все говорят, что идеальный порядок, чистота идеальная. Самое интересное то, что сейчас все готово, оборудование к работе. Нажал кнопку и пошла продукция. Не то, что мы, дети каждый год на море ездили отдыхать бесплатно. Да, не только наши дети, а со всего района ездили на море и области ездили отдыхать бесплатно. Наше предприятие, у него было на столе, лежали, фотографировали, приезжали, снимали. И так. Я что-то президенту. Вот оно, президентское предприятие. Вот что зарабатывает, все что вкладывает. Вот. Поэтому вот эта машина, знаете, уникальна чем? Скорость 800 штук в минуту. Она сейчас стоит примерно на рынке, вот такая машина, от 8 до 10 миллионов евро. Вот такая машина. Это вредительство называется. Против людей. Вредительство. Полное. И отсутствие какой-то внятной власти в области. Отсутствие. Можем сразу говорить, что если он сюда, губернатор, не зашел, а нахрена вам такой губернатор тогда нужен? Зачем? Зачем? Он обещал прийти. Ну, обещал, не значит. Мы не ждем, мы работаем. Даже вот сейчас мы работаем. Даже вот сегодня здесь мы работаем в данный момент. Понимаете?
Это тоже работа. Без этой работы не будет другой работы. В городе Кондрово, когда мы работали, так работали, нам все завидовали, все обращались к Александру Михайловичу за помощью. То есть сделать дороги, провести газ, вылечить ребенка или вылечить взрослого. Я недавно был у прокурора, еще раз ему сказал, дайте возможность работать. Дайте возможность. У нас даже сегодня есть возможность запуститься, что-то сделать и людям платить заработную плату. Но эти шакалы недобитые, всю страну продали эти управляющие, так называемые, арбитражные или как там конкурсные, они только смотрят, где урвать и где развалить. Ни один еще завод никто не восстановил. Все это вранье.